Да, противник воюет полной силой. И нельзя сегодня сказать, что это люди с потухшим взором, опустившимися руками, и он придет в нашу сторону, держа записку о том, что он готов сдаться. Да нет, конечно, контратакуют везде. И если им удается, они выбивают нас с позиции. Мы выбиваем их снова с этих позиций. Мы идем вперед, отбираем. Да, у них с артиллерией сейчас не очень, потому что снарядов чуть меньше. Но извините, FPV, вообще беспилотная авиация, ударная и разведывательная, это у них полную силу применяется. Да мы сами ощущаем. Посмотрите удары по Белгороду. Это что, дефіцит боєприпасів? Ні. Кстати, об ударах по Белгороду. Дякую, що ви про це згадали. Що там з Белгородом, я перепрошую? Тому що щось циво. Соловйов каже, Белгород, заткнітесь, Белгород, заткніть.